очень хочется, чтобы меньше было носогубок и чуть-чуть больше объем губ. Лучше вот открывать, да? Не закружилась голова? Нормально. Угу. Закрываем, смыкаем. А так вы в толщу посередине не попадете. Вы же должны изнутри. Вот предыдущие вот совсем чуть-чуть приоткрывали, а здесь девушки вот прям широко. Да? Она большие губы хотела. Она же сказала, носогубную складку поменьше, губы побольше. Разница видна? Чуть меньше. Я думаю, что на губы доволен. Вот, все равно распределяется, да? Потому что не боится, что чуть больше, чуть меньше. Красиво. Я думаю, хватит оставшуюся носогубочку, да? Mm-hmm. Сейчас немножко отек. Более чем потом хватит. Потом будет деликатнее. Вот сейчас я и попросила размять, и я колола несколько раз, а отек на вкол. Поэтому... Мечта осуществилась? Да. Мне сейчас не важно, сверху вниз, снизу вверх. Тот, кто начинает, сверху вниз. Вот, чтобы вы этот нахлёст просто, чтобы не упустили этот момент. А, заколка тут не нужна. Мешает? Нет, вам мешает. Мне нет. Нет. Вот смотрите, особых показаний не было, да? Украсили? Украсили. Если бы контур не сделала, не было бы так вот аппетитно. Был бы просто объем. Научить делать губы невозможно, это только ваше художественное восприятие. То, что, как вы услышали пациента своего, да, какую задачу перед вами поставили. Ну вот, вроде и без синяков все обошлось. Губки отек. Сойдет. Сейчас отек, потому что вот я один раз, второй, чтобы просто симметрично все учесть. Это, и оно будет еще такое понежнее, почетче, поинтеллигентнее, скажем так. Вот сейчас отек дает некую такую расплывчатую картинку. Поэтому это еще будет все.
Ну вот. Одним миллилитром держать большой невозможно. Правильно? Нет. Невозможно. Нет. Очень красиво. Нравится? Да. Сколько можно?